Приветка! И мы продолжаем кататься по Эстонии. И на поиске дня у нас Раквере. Город сравнительно небольшой, является шестым по величине в стране, площадью в 10 небольших квадратных километров и с населением всего около 16 тысяч человек, где только 10% от этого числа русскоязычные. Раквере находится примерно в 100 километрах к востоку от Таллина и является административным центром уезда Ляна-Вирума. Впервые же упоминается в 1226 году и назывался он тогда на немецкий манер Везенберг. Первым делом любой путешественник, приезжая в Раквере, видит автобусный вокзал, и начнем с того, что он тут хотя бы есть, в отличие от кое-какого другого города. Гуляя по городу, ты остановишь, насколько он мал. Все находится рядом, отчего городские автобусы ходят тут редко. Там всего-то 5 автобусных маршрутов, которые соединяют все районы города, а также его окрестности. Но несмотря на размеры города, он достаточно хорошо благоустроен. Улицы чистые, деревья где надо подстрижены, а экстерьер многих домов в хорошем состоянии. При этом город чувствуется живым, и на улицах гуляют люди, а дороги не пустуют без автомобилей. Да, тут оживленно. И это клево, это значит, что людям есть где гулять и проводить время. Однако для меня, как для жителя относительно крупного города, тут скучновато было бы жить. То, что о городе думают власти, свидетельствует ламповая Раковеревская городская площадь с очень крутым оформлением. Фонарями тут служат вот такие вот гигантские желтые то ли лампы, то ли колокольчики. Территория площади покрыта симпатичной брусчаткой, а под лампами шикарные скамейки с зеленью. Все чисто, контраста нет, все сбалансировано, мне нравится. Недалеко от центра находится церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Это первая православная церковь на этом канале, в которую мы зашли. Ну что, рискнем, зайдем, поснимаем православный собор. И я вообще не понимаю стремление православных все озолочать. В данном случае тут все доходит до абсурда, когда на фоне голых белых стен и деревянного пола из актового зала советской школы стоят пестрые золотые иконы и прочие элементы декора, выполненные в бело-золотом оформлении. Это смотрится неуклюже и по-уродски, ибо тупо не сочетается. Вычурно. В центре же города проходит улица Пик, где расположена уже лютеранская церковь Святой Троицы, образца конца 17 века. И у лютеран уже получше с чувством стиля. Минимум вычурности, но при этом соблюден баланс декора с остальным интерьером. Золото не мозолит глаза, и над входом по классике находится небольшой орган. На башне можно подняться всего за 1 евро. Но готовьтесь, что подъем будет тяжелым. Лестница очень крутая и узкая. Пипец тут узкая. Тут не каждая жопа протиснется. Можно, заходи. Часовой механизм. Я сосед, вот это пролез, да? Почти пришли. Сука. А по достижению вершины вы увидите колокольный механизм башни во всей красе и целое нихуя вместо панорамы города. У меня какие-то странные чувства в ногах после этой лестницы. Реально. Как будто мышца скручивает. Но все-таки главная достопримечательность города – это средневековый Ливонский замок 12 века, к которому от улицы ведет лестница в интересном оформлении. Как это ведется, какую-то часть замка построили одни, другую – вторые, а третьи достроили до современного вида. Так и тут. Начали датчане, строили и расширяли ливонцы, а доделали уже русские. Разрушили его и довели до современного вида уже поляки. Сегодня же это реально крутой туристический объект, в который едут со всего мира. Самое главное доказательство востребованности этого места. Вход стоит 9 евро человека. Возможно, первое, что вы увидите на пути, это животные, которые тут свободно гуляют по территории замка. Напротив него даже лошадь со слоном гуляют. Внутри бегают гуси, и там же держат кур. Смотри, смотри, смотри. Сожжем, сожжем. На шкуру тебя. Там же есть небольшой ресторанчик, где продают просто вкуснейший квас. Можно пострелять из лука. Увидеть средневековый сральник, сходить в рыцарский музей и все это в сопровождении различных представлений для экскурсионных групп. А также вы сможете увидеть, как стреляет пушка. Спасибо.
Я купил много. Обожаю запах пороха по утру. Северная часть замка, которая была построена только к 16 веку, была спроектирована под монастырь. Тут можно зайти внутрь и познакомиться с холодным оружием разных времен. Гладиусы, рапиры, сабли, палаши, европейские средневековые мечи и катаны. Все это есть в этом музее. Меч продолжение твоей руки, Джон Сноу. А для экскурсии же делается целое историческое представление с фехтованием. По всему замку можно прогуляться, и как раз таки оттуда открывается самая лучшая панорама на весь город. Так как сам он стоит на высоком холме. Замок охрененный, и залипнуть в нем можно на добрые 4 часа. И примерно так должны выглядеть все подобные места. Не заросшим с церквушкой или голой поляной, где самым интересным является статуя Ленина, а интерактивным, завлекающим и прививающим желание туда возвращаться. Замок Вейзенберг использует свой туристический потенциал на полную, и я не удивлюсь, если львиную часть дохода город получает за счет него. Подсветочка, встроенная в землю. Так уйдешь. Нет, хорошо, и прикол в том, что даже этого нету в Ивангородской крепости. Прямо напротив замка находится статуя быка, которая на самом деле Тур, и которая отсылает к древней эстонской легенде про гигантского быка, который был настолько огромным, что занимал собой почти всю страну, и когда умер, на том месте, где была его голова, основали город Раквере, который эсты называли Тарвапия, что с эстонского означает «бычья голова». Бык, выполнен из бронзы, является символом города, и не только из-за легенды, но и из-за Ракверского мясокомбината, который кормит своей продукцией всю Эстонию. И людям, не знакомым с городом, только мясом одним и известен. Помимо замка, в Раквере также можно посетить эстонский музей полиции, который не менее интерактивен, чем сам замок. Код вам обойдется в 7 евро. Полиция в Эстонии, к слову, благодаря вступлению страны в Шенгенскую зону, объединена с пограничниками и называется Департамент эстонской полиции и погранохраны. Полиция имеет свой сайт и даже страничку на Facebook, а доверие населения к стражам порядка достаточно высокое. Мужики, да вы что, серьезно? Один пост ВКонтакте! Один! Какого черта пустите? В полицейском музее можно представить себя алкашом, надев соответствующие очки, и постараться пройти через лазерную сигнализацию. Или сымитировать поездку на мотоцикле. И знаете, это офигенно, что музеи становятся все более интерактивными, и с ними можно взаимодействовать. Ведь это в разы лучше, чем когда люди просто ходят по нему, умирая со скуки, смотря на экспонаты. Именно поэтому я не переношу классические художественные музеи. Мама, ты лох. Это полный лох. Как же в Раквере живут люди? Один мой приятель оттуда сказал, что хуёво. Но, глядя на город со стороны, так не скажешь. Большую часть города занимает частный сектор. И лишь ближе к центру имеются стандартные для постсоветских стран панельки. Однако то, во что превратили их ракверцы, словами не описать. Таких шикарных домов и в Таллине-то и нет. И это на самом деле удивительно, что, казалось бы, в таком небольшом городе такие активные товарищества. Посмотри на этот дизайн подъездов. Как такие домики. Шикарно. Парков же в городе немного, и оригинальностью они особо не блещут. Недалеко от центра есть памятник советским солдатам, и рядом с ним памятник освободительной войне. Конечно, не все постройки в Ракваре идеальны. Однако такой разрухи, которую я встретил в Нарве, тут просто нет. Встречаются местами неотреставрированные дома и слегка облезлые фасады, но полностью заброшенные комплексы и парки я максимум один завод видел в таком состоянии. В городе также есть спа с небольшим аквапарком, так что в перспективе город может затянуть еще на несколько часов в плане отдыха. В целом это все, и Раквере зашел мне на ура. Городок маленький, говорить о нем особо не о чем, и как турист в него можно приехать часов на 6. Но лучше с утра, чтобы ничего не пропустить. Несмотря на то, что город небольшой, он может вас удивить не только своим шикарным замком, но и эдаким колоритом небольшого эстонского городка. Так что съездить туда определенно стоит. Город дружелюбен для туристов, и это чувствуется, глядя на общую ухоженность улиц. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на меня, подписывайтесь на мой инстаграм, там есть фоточки из Раквера. Оценивайте видео, путешествуйте дальше, всем пока! Ümber kõle sügistuule naer.